Итак, всем привет, с вами Гризлик. И опять начинается серия насчет разводов в Доте, в Стиме. И на этот раз опять какой-то человек меня просит Skype и созвониться с ним. Блин, что это с тобой? Суть в том, что зачем просить Skype, если ты хочешь купить вещи из Доты, тебе нужен просто кошелек. Это наша уже переписка с ним. Так. И что, звоним и спрашиваем, что это? Это казахстанец, кстати, 14 лет. Ой, 14-17 лет. Ну хорошо. Что же он на этот раз придумает, этот человечек, который хочет меня развести? Ну, смотрим дальше. Да, все нормально, лаг прошел. И что, давай как делать будем? Давай тебе экран буду демонстрировать, да? Ну, демонстрировай. Да, сейчас, подожди. Кошелек сохранился у тебя мой? Или еще раз бросить? Ты пока давай открой Steam этот... Обмен зайдем пока, ты мне вещи-то покажи вот эти, потом этот, как его, я начну тебе экран свой показывать, и этот, как я буду тебе отправлять бабки, что все по-честному. Хорошо, секунду, сейчас заберу с торговой площадки. Но работаем по одному. Больше работать, ой, по-другому я работать с тобой не собираюсь. Так. Так. Принимай трейд. На. Сейчас, вот. Это что, это скачки компендиума, да? Ну да. Самые дорогие. Самой книги нету самой? Есть книга. Давай книгу тоже. Хорошо, цена в два раза больше. Ну ты сколько, за сколько ты купишь? Ой, вообще все. По 250 рублей продаю. Сколько? 250 рублей за одно. Так, у меня сейчас... Давай тогда два компендиума и две этих, у меня как раз есть деньги. За 1000 рублей давай. Давай сначала 500, а потом еще раз 500, окей? Да, хорошо. Ты принимай запрос. Да, аж нужно забирать с торговой площадки. У меня на торговой площадке все сохраняется. Ну, принимай. Сейчас. Так, все. Теперь этот как его? Сейчас я тебе начну демонстрировать экран и... Хорошо. Сейчас мама зашла подойдет. Демонстрируй. Ты можешь мне и так сказать. Ау? Ты можешь мне и так сказать, зачем писать в чат. Ну давай, чё там? Сейчас. Нет. Ну. Или в скайп тебе брошу. Ну. В очередной раз это демонстрация экрана. Насколько я понял с его слов. И опять будет программа... Google Chrome. Что? Сотка сначала. Да. Сейчас экран, подождите, экран. Вот видишь?
Можешь друзья добавить меня в кошельке, будет без смс-ки. Все, давай сейчас, короче. Все, давай, нажимаю ОК, да, и все. Или Так, как? подожди, Я мой первый раз. кошелек, дай проверю. Я первый раз делаю. 18. Да, мой. Ладно. Все, да, ОК. 500. Ну, хорошо. Все, отправляю я тогда, да? Ну, твое дело. Все, подожди, давай, кот сейчас идет. Сейчас скотч. А почему примечание не написал? На чем мы написали? Ну, не знаю. Так, просто спрашиваю. О, сейчас все зашел. Вроде бы, если не пишешь примечание, даже отправить нельзя. Эй, можно все это скрыть? Это спирку примечание просто нахуй. Серьезно? Работаю уже с вебманой очень много времени, как бы первый раз такое слышу. Я не знаю, я первый раз сделаю такое, я думаю, это не надо. Ладно, давай сейчас смог. Все, тогда давай ты теперь ответь. Вы успешно получили деньги, да? Ну хорошо, Давай. теперь я слушаю, жду, точнее, этого звоночка денежек своих. Твоего перевода. Так что твоего перевода еще до сих пор нет. И что, сейчас ты мне, получается, кинешь? Давай ты мне тоже отправляй, я не понял. Конечно, я тебя кинула, хули бы и нет. А? Как я говорю, конечно, я же тебя кинула, хули бы и нет. Если ты даже мне деньги не перевел. Ну, а не знаю, вон написано, что у меня все. Не знаешь, да? Ладно, одну секундочку, смотри. Я ж не отключаюсь вроде бы. Кину тебе ссылочку одну. Где же ты? О! Открой, пожалуйста. Открываешь? Ну да, сейчас. Да нажми на нее, откроется сама. Ты закрыл меня? Почему? Так. Ой. Неправильно написал название. Эй! Ау! Удалил с друзей. Как быстро. Эй! Ау! Чувак! Все, ладно, всем спасибо за просмотры. Подписываемся на мой канал, смотрим дальше. И что же будет дальше, не знаю. Интересно даже. Ну, ладно, спасибо всем. Подписываемся, пока.